Доброе утро! 8 часов утра, мы с Дашкой на прогулке. И у нас такое сегодня классное утро. Нет солнышка, с утра шел дождь, да и сейчас. С самого утра шел дождь, да и сейчас идет, не идет. Он видно, что все небо затянуто. Но солнышко где-то пробивается. День будет хорошим. Вот, а мы идем нашими любимыми дорогами. И вот уже созрели хлеба. Такие красивые поля стали, характерного соломенного цвета. И поймала себя на мысли, что когда мы приехали сюда в марте, все было черным-черно. Потом поля стали зелеными, потом красиво рапс цвел. А сейчас вот такого соломенного цвета созрели вот в этом месте. Здесь рожь, а по эту сторону, ага, мы отошли, не видно за этой полосой, вот там рожь. И тихо так, только поют птицы, чирикают, вовсю чирикают. Мы идем с Дашкой, наслаждаемся погодой, можно сказать, отдыхаем от жары. Отдыхаем от жары. Здесь вот еще и маки все цветут маки. Как они красиво смотрятся на поле. Просто изумительно. И вот еще какие-то напротив цветы увидели. Цветы полевые. Я обычно такие цветы видела. Вот эти розеточки были белого цвета. А здесь такие нежно-нежно фиолетовые. Вот такую красоту с Дашкой увидели. Даш, идем дальше. Где ты есть, моя красотка? Дашут, моя ты сладкая. Умничка, скажи, я еще сидеть умею. Молодец. Молодец, умничка моя. Дашка, Дашка, тоже скажи, мне так жарко было. Прям так жарко было. А сегодня скажи хорошо, да? Пойдем, Дашутка. Дашутка отпустила с поводка. Она решила посидеть. Передохнуть решила, Дашутка? Передохнуть, скажи, решила. Да? Пойдем? Пойдем. Пойдем, моя красавица. Пойдем. Посмотрела, вроде собак никаких нет. По сторонам отпустила Дашку. Пусть немножко пройдет. На поводке вроде тянет, а так идет спокойно. Спокойно идет, моя красавица такая. Да ты моя ласточка, ты самая хорошая у меня девчонка. Пойдем. Дашка тут уже и травку успела подъесть. И еще нашла. И еще нашла, скажи. Не надо упускать никакой возможности. А вон уже небо-то светлее и светлее. Вон уже и солнышко скоро будет. А мы с Дашкой пришли на ту дорогу, где цветет кипрей, иван-чай. Тоже, кстати, долго цветет. Так еще и вон сколько вот есть, которые вообще уже отцвели. А есть цветы метелочки, где еще много-много бутонов. Вот такая розовая полоса. Все на фоне. А там еще не поспела рожь и васильки. Сплошные васильки. Все-таки казалось права. В срезанном виде в букете эти цветы вообще не стоят. Тут раз принесла домой букет небольшой. Наверное, штук 5 сорвала. Еще вот тут васильки, да маки по дороге подобрали. Потом, если помните, у меня шпулька начала есть с удовольствием эти цветы. А остальные головки вот так сразу наклонили и повяли. Вот. Зато они очень хорошо здесь смотрятся, на природе, среди поля колосков и вот этой осоки, тоже уже высохшей желтого цвета. Просто красота. Привела Дашку показать, а Дашка опять у меня уселась, скажи, пошли уже кушать. Вот такие красивые цветы. Так приятно, что я их здесь увидела. А мы с Дашуткой подошли к кукурузному полю.
Вот такой зеленой высокой стеной стоит кукуруза. Уже выбрасывает цвет, вот видно. Вот. Дашка кажется совсем маленькой на фоне этой кукурузы высокой. Справа рапс. Хочется посмотреть, как его будут убирать. И вот вдалеке все та же самая наша башня с часами. Куда мы идем? Через 2-3 минуты мы будем уже и дома. Всем хорошего настроения, всего доброго. До свидания. А мы всем только успели сказать до свидания, и такое солнце выглянуло. Просто красота какая-то. И сразу так стало светло, ясно, солнечно. Да, Дашутка? И вот такая кукуруза, огромная кукуруза. Вот здесь вот больше цвета она выпустила, видно, вот уже зацветает кукуруза. Такой красивой зеленой полосой стоит. Вот. Ну, на этот раз уж точно. До встречи!